С праздником, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я покажу, что мне подарили в школе 8 марта. Это ночник. 9 в одном, где целых 9 картин. В одном обычном светильнике. Сейчас я его распакую. А внутри светильника еще кое-что есть. Сейчас я его открою. Это нам не надо. Вот такой вот светильник. Видите? Здесь какие-то плохие звуки. А он работает на батарейках. Ну, конечно же. Кабель, который подключается либо к компьютеру, либо для телефона зарядка. Я буду подключать этот кабель, наверное, к все-таки к зарядке, где я заряжаю телечасы. Сейчас посмотрим, что лежит еще внутри коробки. Внутри коробки есть вот такая штучка. В этом пакете есть 9 разных картин. И сейчас я вас их вам. Вот здесь вот такие вот сердечки. Как красиво и мило. На 8 марта. Еще есть рыбки. Рыбки. Есть звездное небо. А это задаете для чего? Для дня рождения. Есть еще вот такая, с какими-то пришельцами в костюмах. Звездочки здесь всякие, коровы, овечки, львы, девочки обычные, вот такие всякие, крабы. Еще есть вот такое звездное небо. Здесь обычные картинки цветные. Есть с Новым годом, с Merry Christmas. И мило тоже для 8 марта. Здесь еще что-то осталось. А эта штука, чтобы это отражалось на потолке. Сейчас я покажу. Это ангел, человечек такой в сердце. А ему подходит картинка вот эта со сердечками и звездочками. Раз, пара. Дальше. А лавли, цветная картинка. Здесь сердечко. Мальчик с девочкой друг друга любят. А вот это подходит вот сюда. Немного сердечек, звездочек. И даже малыши катаются на качельке. Вот пара два. Следующее и планетянье. И планетянье у нас вот здесь. А это днем рождения картинка. Вот она. Это уже четвертая пара. Следующее, это с Новым годом. Здесь Дед Мороз, елки, еще здесь салюты, звездочки, елочки разные, красивые. А это, я думаю, с этим пара. А вот это луна и звезды. Вот здесь только звезды. И у меня остались две последние картинки. А это будут для вас небольшие. Смотрите, у меня и такие есть картинки. И вам будет задание найти, какие картинки. Это как вот этот дельфин. Кому? К этой картинке подходит? Или все-таки к этой? А может быть, вот это... Эти звезды вот сюда подходят. Напишите мне об этом в комментариях. Это тоже мне подарили мальчики в школе. Вот такие наклейки для ногтей. И сейчас.
спасибо за внимание.